Ребята, всем привет! А мы продолжаем пивоварить, это Brew Pub Simulator. И мы только что с вами отправили тестовое задание. Сюжетное задание отправили, в общем, пиво нуждающимся. А сами пока что будем зарабатывать денежки на продаже апы, которые у нас... А, нет, мы еще ничего не отправили, у нас ферментируется. Ничего не отправили, это я подзабыла. Продаем апу, апа у нас дофига. Апа у нас есть, апы сегодня. На всех хватит. Здравствуйте. Сейчас. Кстати, попросил апа, и я ее даже в меню не выставила, а он знал. Он знал, чертяка, что апа у меня в наличии. Точно, точно, я забыла, там же еще будет ферментироваться 100 тысяч лет. Тогда работаем, получается, минимум 2 дня. Чтобы, так сказать, успеть и пиво отправить. Так, 100 пив подать, достижение. И пиво, чтобы отправить, и фидбэк, чтобы получить. Все равно эти стулья сюда не подходят. Я не понимаю, какие нужны стулья для этих столиков. Не очень понятно мне. Ну, как бы, ладно. Так, опять этот ребенок. Женщина-ребенок пришла за пивом, а я не знаю, блин. Можно ее наливать или не можно? Наверное, она просто небольшого роста. А так с ней все в порядке. Ну, в смысле, и с детьми-то все в порядке. Ну, вы поняли, короче. На-на-на. Ты только подошел, я уже налила, дружище. Все, заранее разливаю. На. Чтоб ты в очереди не стояла, дорогая. А то потом напишешь мне отзыв негативный, скажешь. Стояла в очереди, просила апу, налили ипу. Жизнь, боль. Лол. Кек. На. Ну, движ хороший у меня тут, конечно. В принципе, на новую кегу апы я даже уже... заработала. На. Женщина-девочка. По-моему, там опять женщина застряла в автомате. Надо этот автомат передвинуть. Потому что с ним есть проблемки. На! На подходе. Она, блин, не успевает еще даже заказ сделать. Я уже там. Я уже у нее в голове. В чем смысл, например, кружки другие купить? Я же могу другие кружки, я могу такие более классические кружки заказать. Вот, но если в этом смысл... Так, мужчина, пожалуйста. Не заметила вас, извините. Так, это можно сюда поставить, это сюда. Ого. Так, женщина, уходите. Вы мне тут сейчас это создаете движ ненужный. У нее дропнулся мусор и этот самый, и нога. Так, нет, подожди, это помыть. Это помыть. Это вам пиво. Не, не льется. Так, дайте я проверю, у меня запись идет, все хорошо, да? Ага. Тут сейчас окажется, что я все делаю зря. На! Мне кажется, за это вообще должны доплачивать, за то, что люди не стоят в очереди в целом. Для них вообще очередей не существует. Блин, вы видели, как мужик сейчас технично пытался сесть? Он шел с пивом, да, и он как бы вот жопкой, тазом отодвинул стул и сел. Но тем не менее, блин, они не могут научиться, ну точнее, разрабы их не могут научить держать нормально эти кружки. Это так смешно. О, инопланетянин, здорово, это тебе. Но я надеюсь, что все-таки разрабы допилят, потому что, ну, это смешно. Такие приколдесы, это смешно.
Да все, все, все на чистое. Интересно еще, почему меня не пускают в мой собственный туалет. Ведь там тоже можно было убираться, например. Так, тетя лошадь. 9 литров еще. Мне кажется, нам на эту смену более чем хватит. На! Так, господин инопланетянин, вам может быть еще певца? А то вам далеко лететь. Нет? А, он в туалет. Ну, правильно. Сходи, сходи. Надо освободить пространство. Здесь, кстати, ферментируется потихонечку. Я думала, что оно само не ферментируется, если я... просто стою как бы в игре, да, типа время как будто бы не идет. Вот, но оказалось, что идет. На. Предугадываю ваше желание. Все. До свидания, приходите к нам еще. Кому ты заливаешь, он ушел. Сидит там. Впаривает что-то. Инопланетянин все уехал домой, на родину. Сэр. Пять литров, кстати, осталось. Нам, наверное, надо будет покупать новую кеву на завтра. Да, я сейчас, наверное... О, ты не ушел! Извини. Так, пиво. И посетители остались. Два вижу. Третьего не вижу. А, два, все. Тогда все нормально. Так, новую кегу я купила. Ты уходишь? Что там с тобой? Да, он уходит. Так, а с тобой что? Допивай быстрей. О, автоматы. Это хорошо. Это хорошо, я даже, может быть, один сейчас поставлю. Edit beer. Да подожди. Поставь. Так, во-первых, автомат вот этот переставить куда-нибудь вот сюда. Чтобы люди с ним не бились. Аркаду куда-нибудь вот сюда можно поставить. Единственное, что они, наверное, будут мешать мне тут. Хотя, наверное, не будут мешать. Вряд ли прям будут мешать. А чё почём? Фёрнича. Мини-геймс. А, просто аркада. Ну, давай купим. 20 баксов. Не такая большая цена. Может быть, это поможет нам привлечь новых покупателей. Потребителей. Сколько он тут занимает? Да может, сюда, мне кажется, поставить. Она не будет мешать особо. Так, ну здесь все готово. Кегу я ставлю. Трубку взяла. Перелила. Отцепила. Кегу несу. На пробу. Вот этим вот чувакам. Ну, давай сейчас еще разольем. Все. А больше, наверное, мне ничего не надо. Правильно? Правильно. Певца сейчас допродаем остатки. Подключим новую кегу. Нам на смену хватит.
На. Даже не подходи ко мне. Деньги издалека положишь. Держи. Я буду наливать на будущее. Пока у меня тут идет движ. Так, конечно, делать в реальном мире нельзя. Но у нас мир виртуальный. Поэтому получите, распишитесь. Ага, спасибо. Тоже не пропадет. Разрабы же этого не предусмотрели наверняка. Ага. Так, опа. The keg has landed. The keg has been planted. На. Немножко такое-то смешанное певцо. Ой, блин. Так, сейчас я тебе долью немножко. Разлилось. Разлилось, пока неслось. И вот мужчине за тобой, пожалуйста, сразу тоже. Ща. Ща все сделаю, леди. Сейчас. Потерпите. Я понимаю, что, конечно, трубы горят. Что поделаешь. Пиво у нас, ну, знаете, слишком хорошо, чтобы его ждать долго. Поэтому я вас понимаю. Не получится красиво. О, пошел в аркаду играть. Опять этот кучерявый чувак. Он то стоит... Тихо-тихо. То стоит лупится в автомат с музычкой. То пошел в аркаду поиграл. Да, подожди. Здесь надо убраться. Здесь не надо убираться. Ща. Подождите, пожалуйста, немножко. Так, пиво. Это тебе. Это вот молодому человеку сзади. Так, это протереть. Это грязненькое у нас тут еще. Вон какие-то бумажки лежат. Некрасиво все это. Нехорошо. Так, сколько тут у меня еще? 16 литров. Нормально. Живем, живем. Так, мужчина идет. На, мужчина. Отдавай кружку. Отдавай, ты допил уже. Этот чувак пошел, пришел специально играть. То есть вместо пива он просто пришел играть. Ну поставь. Чего? А, грязное. Грязное нельзя на эти полки ставить. Я поняла. Реально чувак пришел... А, все-таки, все-таки пиво победило. Понимаю, понимаю. Невозможно отказаться. От удовольствия выпить немножко нашей фирменной апы, даже если пришел просто поиграть в аркадку.
Ой, и леди тут тоже, смотри, приобщилась. А я получаю деньги за аркаду? Или... Я ее купила и получаю теперь только повышенный рейтинг моего заведения. Не очень понятно. Не то взяла. Ну ладно. Помою чистую. Угу. Так. Мужик идет. Мужик идет, я по его взгляду вижу, что он за второй. Ты мальёшь, ты что творишь вообще? Ты что ж не видишь? Так, 40 секунд осталось до закрытия. Я не думаю, что сейчас прям большой какой-то. Но движ происходит, когда вот в начале, как только бар открывается, и все идут прям мощно. А потом под конец дня, как будто бы у людей появляются дела получше. Но не сказать, что от количества столов как-то у меня приток. Иной случился. Так, мужик в туалет пошел. Значит, он, возможно, придет за второй. Подождем, если что, пиво налито уже. Так что приходи, мужик, ждет тебя. Нет? Ну тогда приходите к нам еще. Постер с логотипом? Что? Я хочу. Что? Плохое качество пива? Да иди ты нафиг! Как это выполнить задание-то? Минимум quality 3 звезды. Так а у меня чего что? А у меня чего что? А у меня чего что? Не совсем понимаю, что им нужно. Может, им не ванильный купить экстракт? Может, в нем проблема? Но я просто теряюсь в догадках, если честно. Лактоза? Ну давай вот этот с коричкой купим. Ну я не знаю просто, что и как их еще удивить. А вообще пончики с корицей, это странно. Не, ну не то, что странно. Что вам нужно, черти, блин? Может, мне понравилось, что я в двух разных емкостях им делала? Простите. Ведь эта фигня закончилась. Там же не написано, что именно они хотят. Они хотят просто какое-то сладкое пивцо. Давай им сделаем ванилу с корицей. Ванила с корицей, ну, как будто бы сочетаются между собой, да? Я только не знаю, как бы мне тут нужен... Как это сказать? Граммаж. Граммаж правильный или нет? Как мне узнать? А, вот, смотри, 2,5 на 10-20 литров. Воды 11 литров. Давай еще бахнем. Давай бахнем еще. Вот так.
Попробуем по этому рецепту. Сейчас. Так, 20 грамм хопса. Так, это пустой. Что ж ты будешь делать? Так, Floral Citrus. А он пустой? Давай такой купим. Без цитруса. Зачем нам цитрусовый? С другой стороны, это, наверное, уже будет не апа. Но они не сказали, что им нужна апа. Что там вообще за задание? Подожди. Не понравилось им. Посмотри. Так, сколько? 20? Ладно. Так, все, варить. Там тоже 60 минут. Еста 10 миллилитров. Не понравилось мое пиво. Ну это просто вообще. Это надо такое сказануть. Литров. Ну, наверное, хватит. Там выкипает вода еще. Наверное, горьковатая будет. Я там молота столько бахнула. Просто если сейчас у меня и в третий раз не получится... Мне как бы придется что, смотреть прохождение? Или бросать клич в комментариях, типа, помогите сварить пиво, чтобы понравилось этим дурачкам. Может, их не устраивает апа? С другой стороны, как кого-то может не устраивать апа? Так, ист. Ждем. Так, 10. Ладно, давай сюда. Отлично. Блин, тут еще и грязная. Я тут что-то видела дёрти. Фига себе. Так, 9 литров, хорошо. Тогда сюда я добавляю ванилки 5. Вот. А второе добавляю корицу. Возможно, это будет отвратительно. Но, как бы, извините. Все. Все, пусть занимаются. А я обратно на работу. Endure and survive. Но у меня на самом деле рейтинг типа 4.3, мне кажется, это хороший результат. Я могу сама играть в аркаду? Ясно. На вчерашнее пиво. Да, пойдет жара. А потом будет поспокойней. Все мои постоянные клиенты здесь. Разместить айтемы в баре на 500 баксов. А чё только сейчас пришла ачивка, я ж ничего не размещала. Ладно. Ну ладно. Не, ну потихоньку я что-то зарабатываю там. Как будто бы даже больше, чем раньше. Может, у меня пиво как-то перестояло, переферментировалось. Но я ж первый раз нормально сделала.
Всем понравилось. 3 звезды, я думаю, там точно было. Всем по пиву. Главное, что не за мой счет. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Мне просто обидно за мое пиво. Я-то знаю, что оно хорошее. Литров осталось. Ну, не знаю, хватит ли нам продержаться до конца смены. Ну, если что, купим новое. Денег у нас прям много, мы прям можем 2 крана сделать. Единственное, что там их нет, такой возможности на кухне, я имею в виду, 2 крана присоединить. Ну смотри, все ходят в мою аркаду играть. Наверное, это как-то влияет все же на рейтинг. Из 5 оценил. Ну, спасибо. В целом, хороший результат. Приходите за пивом, все уже разлито. 24 бакса мне чаевых просто оставляют. Просто чаевых. Бар мой весьма успешен. Даже если я... не делаю пиво сама, а варю его. Если я уж делаю его сама. Но, наверное, если я его покупаю, оно заведомо хорошего качества, да? А не моего. Вот, так что, может быть, есть смысл все-таки покупать. Коротколапый дядька пришел. Осталось нормально. До конца смены точно хватит. В целом, конечно, напоминает гринделку пока. Но, с другой стороны, у нас пока и сюжет не то чтобы прям закрутился как-то очень стремительно. Поэтому судить пока мы ничего не будем об этой игре. Держите, это вам. Я вас ждала. Это картколапки. Дождемся, пока тут хоть что-то поменяется. Я думаю, разрабы не думали о том, что тут человек будет пиво варить 3 дня. Такое, которое понравится людям. Они меня недооценивали. Они просто не видели, как я проходила обучение в прогностике. Иначе подготовились бы получше. Так, да, мужчина, пожалуйста. Пиво для вас. Леди. Леди. Стер.
Так, и тебе еще налить? Ща. Пошли тут по второй, по третьей. В разнос. Завтра, видимо, не на работу. На. Держи. Угу. Ну чё, всё? Все уходят? Или ещё кому-то что-то налить? Всё. Кажется, последний. До свидания. Престиж 4.2. Инком 187. Ну хорошо. Ну потому что я ничего не тратила. Я уже почти 500 баксов заработала. Единица? Почему? Почему? Может быть, мне нравится, что оно слишком горькое? Хорошо, я не буду. Я буду продавать это пиво у себя. Пусть стоит тут. А сейчас им сварю получше тогда. Что делать? А у меня закончилось, что ли? А, кран пустой. Хорошо. The keg has landed. Почему единица? Ну даже, типа, если им не нравится горькое, да, за что мне ставить единицу? Я же делаю все по технологии. Давай сделаем так, давай обманем систему. Смотри. Я сейчас покупаю дополнительную кастрюлю. Я сейчас сделаю в двух кастрюлях эту штуку. Я сделаю одну кастрюлю, вторую кастрюлю. Я сделаю четко по инструкции. И просто их тупо смешаю. Понимаешь? Без экспериментирования. Так, water. Malt extract 1.3. Так, здесь 800 я видела. Все, хорошо. Supplies. Может, там можно как-то побольше сахара добавить? Так, здесь 800, значит... Не, подожди, 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 подожди. Значит, я сюда еще 500, правильно? Так, а сюда 500, 500, и тут уже все закончилось. Это бывает. Так, вот, все. Теперь 10 грамм хопса,
10 грамм хопса сюда. 10 грамм хопса сюда. Все красиво. Ты встань на полочку, не мельтеши. Так, ставлю на 60 минут. Ну, мне нравится. Такое хорошее пиво, почему мне нравится? Ой, ребята, вы такое сегодня пивцо будете пить. Я вам даже завидую по-хорошему. Потому что, ну, это пиво, оно, знаете ли, для сильных духом. Не все способны выдержать такое произведение искусства. Но я его сама варила, это авторское. Для тех, кто любит крафт, мне кажется, им должно быть, ну, типа, прикольно. Ничего себе, крафт. Девять, шестьдесят. Так, все, оно остывает. Я беру йиста. Мне нужно 5 миллилитров. Здесь как раз 10. Хорошо. Пять. Сюда. 5. Все, это выкинуть. Так, дальше. Все, да? Теперь переливаю сюда. Давай. Так, хорошо. Теперь ты. Но это должно быть абсолютно одинаковое пиво. Так, и добавить, что им, ванилу? Ванила. Сладенько. 10 миллиграмм. Сладенько. Понял? Сладенько. Так, ну и все. И понеслась. А у нас еще один день тогда получается. Еще один день, пока оно сварится. И еще один день, чтобы узнать, все ли нормально с пивом. Господи, я так застряла здесь. Просто кошмар какой-то. Ай, ребята. Такую апу вы больше нигде не попробуете. На. Мне кажется, мне сегодня прям сильно подкосится моя репутация в мире пива. Но я скажу, что это экспериментальный сорт. Это как бы, ну, такое. Такое. Такое тоже нужно. Люди же должны на чем-то учиться, правильно? Такое сегодня сварилось. Ничего страшного. От него строители отказались. 2 раза. Подозрительно, что 2 дамы пришло и сразу в туалет идут после моего пива. И 3-я тоже пошла сразу в туалет. Блин. Как бы меня санэпидемстанция не закрыла. А то, конечно, есть вопросики. Так, ну леди за вторым не идет. Это плохо. А, вот это пришла, на! Это и понравилось, смотри. Ванила. Ну, потому что у нее по глазам видно, что она как бы по крафту упарывается. Ну, а этой так вообще без разницы, что пить ей. Как бы пиво продают, она и радуется. Сейчас приду. Фига тут очередь. Сейчас, лейдис, сейчас. Сейчас. На. Next. Да сразу пошла в туалет? Я ей только налила, она... Ну ладно.
Держи. Ой, я что-то тебе... Да я случайно не долила немножко, прости. Прости, друг. Оно разлилось. Извините. Ну ты тоже, конечно, мог это попросить. Знаете, как в СССР писали? Требуйте долива после отстоя пены. Чё бы, вот сложно попросить долива? На, девочка-ребёнок. 4,5 все равно ставят. То есть им плевать, что пить, да? Даже однозвездочное пиво, вон кто-то 5/5 поставил. Ага. А если нет разницы? Зачем платить за дорогое пиво? Закончилось. Повезло вам! Закончилось это пиво. Больше не завезут такого. Это был эксклюзив. Ай, мне нужно новое тогда. Это все вот это, которое я тут наварила, да? Я понимаю, почему вы дешевле продаются, и, в общем-то, не обижаюсь. Like someone once said, live long and prosper. Так, но оно подороже. На. Я тут тебе немножко долила. Но платишь ты как бы за полную стоимость. Несмотря на запах ванили. Который почему-то покупателям не особо зашел, как будто бы. Клиенты. Я разбила бокал. Клиенты вообще как бы люди странные. Поэтому что с них взять? Ну, здесь ферментируется эта фигня. Трудно сказать, что там из него выйдет. Ну, что-то явно выйдет. Хотя бы 2 звезды бы дать. Ты куда? Я его выгнала, что ли, случайно? Я не хотела. Я не хотела, блин, чувак, извини. Это же мой постоянный клиент, я его не узнала просто. Подумала, за булдыга какой-то. Ломится. А, ну вон оно как. Элен пришел. Так, пиво, стой. На. Не понравилось пиво тебе? Ты чё, овца, что ли? Это лучшее пиво покупное, между прочим. У меня ты такого, как бы, из-под моих рук такое точно никогда не выйдет. Так что давай-ка пей и наслаждайся. Покупное пиво нам не нравится. Да, смотри, 2 бакса они платят за аркаду. Хорошо. На. Да. День, конечно, не задался. Стакан разбила. Пиво опять не удалось. Ну, под... Все бокалы свои побью. Of course. Of course. Еще будешь?
Нет, до свидания тогда. Тогда до свидания. Так, ну это последние мои пацаны. Это последние, и они уходят. Дартс! Амана! Да почему одна звезда-то? Это баг, может, какой-то? Просто не понимаю, почему. Почему одна звезда? Это так нечестно. Ладно. Я это пиво. Тогда, соответственно... тоже отдам своим. Ты куда кегу дел? Куда кега делась? Кега пропала. Ясно. Баги, баги, баги. Ладно. Это будет мое следующее пиво. А что же делать? Может, это правда баг? Может, я ни в чем не виновата? Не виновата я. Да подожди. Я сломала что-то? Я просто не могу здесь ничего выбрать. Вот здесь могу. А здесь я не могу ничего купить, потому что у меня крутится камера вместо того, чтобы крутить мышкой. Ладно, я думаю, это знак. Давайте на этом сегодня... Нифига себе. Да подожди ты. Давайте на этом сегодня закончим. А я почитаю, может, действительно баг. А может быть, я просто что-то делаю не так. Может быть, апа несовместима с ванилью. Напишите в комментариях, мне интересно будет узнать ваше мнение. А также не забудьте про колокольчик и подписаться, если до сих пор не подписаны. А если хотите поддержать канал, ссылка на Ночлёрдс, а также бусти в описании под роликом и шапке канала. А я с вами прощаюсь, всем пока-пока.